Здравствуйте, вы на канале волонтера, юриста и психолога Виктории Каретник. Этот вопрос задают мне очень часто в моих соцсетях. Подписывайтесь, ссылочки оставлю на мои соцсети под роликом. Давайте рассмотрим, как я анализирую данный проект, законопроект, как юрист-эксперт. 30 июня 2022 года Георгий Мазурашу подал данный законопроект на розыск Верховной Рады. Обратим внимание, сейчас конец лета и никаких изменений не происходит. Я уверена, вот почему. Георгий Мазурашу и ранее подавал какие-то очень кричащие законопроекты, но по статистике ни один его законопроект не был принят. Георгий Мазурашу депутат от самой маленькой области в Украине, Черновицкой. Он бывший спортивный журналист, может быть, действующий. И уж ему, как никому другому, знать, как привлекать к себе внимание и к своей деятельности. Его прошлые законопроекты были также очень скандальными и известными. И поэтому, учитывая все вот эти нюансы, мое личное мнение, что данный законопроект принят не будет. Так я отвечаю всем моим подписчикам, когда они спрашивают мое мнение. Точно так же я хочу сейчас его здесь выразить и посмотрим, кто окажется прав в результате. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь. Всем хорошего дня!